Ну что, сегодня у нас будет тема видеоролика про пешеходы. Как они ходят у нас через пешеходные переходы, как они знают свои обязанности. А то все говорят о правилах ПДД, там кто-то... Ой, какая собачка бывает. Вот. О том, что кто-то там что-то летает. Ну да, мы превышаем, базару нет. Я не отрицаю, но я очень внимательный. Вот даже сейчас у меня главная помеха справа все равно всегда работает везде и повсюду. Этого никто не отменяет. Вот. Поэтому... Что я вам могу сказать? Пешеходы должны останавливаться, убедился, что его готовы пропускать, и только тогда шурует. Неважно, какой это пешеходный переход, только разве что если он со светофором упреждающий, все, только тогда, да, зеленые дали им, пускай идут, но здесь же, вот смотрите, вот сейчас молодец, посмотрела, но все равно по телефончику говорит. И как бы идти. Вот тут была ситуация, я выкидывал видео. Один человек стоит, ждет, другой просто идет себе. Это женщина, конечно же. И как бы все. На этом вся движуха заканчивается. Вот тут по городу поездит, тут такого можно насмотреться, как водителей, девушек. Вот, спасибо, пропускает. Что выезжает с парковки сразу в левой полосе. Мужики же, бля, выезжают, сразу в правую стоит, пропускают, то есть вдруг помеха там, сейчас нету, но кто-то может появиться. Вот так вот это, в принципе, и работает, так и должно быть. То есть нужно уважать друг друга, пропускать, кто-то не спешит, едет в правой. Видит, что едет кто-то сзади, на мотоцикле, неважно, он должен пропустить, уступить. Вот. Там на зебре перебегают, конечно же. Тут что-то сильно оттормаживается. Видите, оттормаживается и все равно чуть правее берет. Вдруг. Молодец. Ну, тут такое дело. Сейчас мы еще насмотримся. Подождите, тут такой самый веселый участок, в принципе. Вы увидите, что здесь происходит. Это просто что-то нечто уникальное. Вон человечек пошел, там вообще зебры нету. Просто переходит себе дорогу. Красава, бля, он еле ходит, блядь, а он еще хочет, чтобы его добили, блядь. Вот это самый такой интересный участочек, где просто, в принципе, все происходит. О, пропускает. Спасибо. Тут вообще таких бегущих людей. Вот, пожалуйста, женщина пошла. Да ты шо? По барабану, блядь. Я в ахере, бля. Что тут происходит? Тут просто очень удивительное место. Очень удивительное. Такое творят, бля. Я в ахере. Ну, я для этого и снимаю, чтобы вы посмотрели на это все. Оп, и да, вышло. Одно, другое, блядь. Вообще по барабану. По барабану. Видишь, что машина едет, она еще не останавливается. Идут, бля. Вот какие молодцы. Умельцы тут есть. Сейчас я вам еще покажу. Таких тут будет людей навалом. Вот все, идут себе как хотят, блядь, вообще. По барабану. Ладно, тут по земле, а тут через дорогу. Это просто, блядь. Тут что? Зиночка. Она даже не видит, что тут зебры нет. Но все равно пойдет. Походу нормально. Походу это норма. Тут что-то потекло у товарища. Чули идут. Оно там тело перешло. Уже было видно. Вот еще один желающий перебежать дорогу. Но еще не бежит хотя бы. Видит, что машины. Тут таких вообще масса. Прям масса людей, бля. Самый, наверное, опасный участок это здесь, бля, что тут происходит. Ой, какой молодец, без поворота, без нифига. Тут не только пешеходов я вам покажу, оказывается, и вот таких вот обгоняющих интересных. Какой молодец, какой молодец, прям передо мной выскочил. Ух, обожаю этот город. Здесь прям вот здесь и надо учиться навыкам вождения. Очень будет хорошо, очень вам прям понравится.
Ой-ой-ой-ой-ой, що тут робиться, блин? Включив все-таки, я решив включить поворотик свой. Ой, ти ж мені наглядний. Опа, ось мужичок, дивіться, дивіться, що робить. Ну дивиться хоча б, я його пропущу. Пропущу, цей молодець, базару нема. Подошел впритык, такий, хоть и не по зебре через дорогу, но все равно убежден в том, что его готовы пропускать, никуда не идет. Молодец. Ого, опасный, опасный, бля. Да этот город, я вам серьезно говорю, они вас тут научат вождением, бля. Это все за один отрезочек, бля. Прикиньте вообще. Охренеть, охренеть, что делается? Ну что, друзья, я могу сказать в целом по пешеходам. Пешеходы у нас, конечно, офигевшие. Не везде. Есть, конечно, и нормальные. Но в большинстве случаев идут, думают, что это святыня. Не знают правил абсолютно. Обязанностей пешехода не знают, быть точнее. У каждого должны быть свои, но в первую очередь каждый должен быть безопасен в своей среде. Ты едешь, как видишь, то, что ты готов человека пропустить, а человек тоже видит, что его готовы пропустить. Вот это вот будет тогда нормально, а не так, что прет себе, как будто это вообще беспрепятственный переход какой-то. Для этого должны быть светофоры для пешеходов. Вот только тогда это будет уже святыня для перехода. А так это, конечно, гонило. Это так не должно работать. Вот. Поэтому я вам сейчас и вставлю нарезочку. С прошлого года, конечно же. Но она будет, общение с полицией. И они вам расскажут при этом. Вот. Что к чему и как. Вот. И будете знать. Ой, бля. Приветствую. Добрый. Есть вопрос. День мотоциклиста. Есть ответ. По пункту 4.14 по пешеходному переходу. Должен ли пешеход остановиться, убедиться, что нет транспорта, только тогда шуровать? Не, ну должен. Вот. Он же не должен идти. Бачи, он, допустим, я еду, а он, блядь, шагает вот так вот. Сука. Вот, а моя задача уже, я, естественно, еду с соблюдением скорости, ну, бачу, если есть, они стоять вот так вот, что хочет перейти, я либо останавливаюсь, пропускаю, либо проезжаю. Не, ну, либо проезжаю, просто еще другий фактор есть, что пешеход має перевагу в русі, вот, там тоже стоит. Там целых 4 или 5 пунктов, по-моему, я там их считал, но там же, если был бы светофор, да, тогда вопросов нема, что хоп, и він себе пішов, или кнопочку нажал, и він пішов, як, а его нема. Я себе считаю, вот, если йде, вот тут, допустим, начинается пешеход, да. Если він там, оп, подивився, то есть есть якийсь контакт, подивився и вступає, ну, тоді він уже має перевагу в русі, тому що він вступає на пішохідний перехід. Тоді йому, я вважаю, що йому безпосередньо потрібно надавати перевагу в русі. А якщо, як у нас, ще там може стояти на телефоні там, или ще... Та ні, я думав, що в Кременчуге самі худші пішоходи, ну ніфіга. Я їду, воно по спецстрою, тільки підйом, а тебе йде вояка якийсь, бачу, що я шурую, мене що слышно, що чуть. Їду, і він такий спеціально йде і дивиться на мене, що я буду робити. Ну я правій, 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 цей відосик, чик такий в інтернет, а мене там засирають. Говорю, ребята, говорю, посідайте пункт 4.14. Якщо чувак йде в наглу, ну це ж, блін, в наглу, він щось собі там придумав. Він не убедився. Я ж говорю, люди навіть не знають, що у них є правила пішохода. Вони цього не знають. Вони думають, да. Да, вони цього не знають. Вони думають, що це для них просто свята дорога, можуть переходити. Є, ну так. Я його бачу, що він іде, але він же ж як би не остановився там. Не... Розстояння, я думаю. Конечно, там, ну розстояння було все, я не знаю. Ну ситуації можуть бути різні. Да. Можеш іти і сказати, якщо ви ось їдете, і він ось бачив, да, 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 20 метрів, він одразу виходив. Да, да, да. Понятно, що. Так там так і було, там було менше, там метрів 10 було. 50, 100, тоді, да. Метрів 10, воно на камеру навіть там далеко не передає. Ну це просто, я взагалі в шокі. Думаю, що за, ну...
Як пішоходи, так і водії бувають різні. Бувають різні, так. Да, є, ну, просто що сам факт. От, інтересно. Інтересно от почути, як воно є. Пункт 4.14. Пешеходам запрещается: первое, выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя или других участников движения. Второе, внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход. Третье, допускать самостоятельно, без надзора взрослых от детей дошкольного возраста, на проезжую часть. Четвертое, переходить проезжую часть вне пешеходных переходов, если не есть разделительные полосы на дорогах, имея 4 или более полосы для движения в обоих направлениях, а также в местах, где установлены ограждения. Пятое, задерживаться и останавливаться на проезжей части, если это не связано с обеспечением безопасности дорожного движения. Шестое, двигаться по автомагистрали или дороге для автомобилей за исключением пешеходных дорожек, мест стоянок и отдыха. И вот поэтому нужно знать ПДД и правила обязанности пешехода, блядь! Пункт 4.14. Я вам уже объяснил, но еще раз, да хочет. Прежде чем переходить зебру, только если бы это было на дороге, нужно подойти и убедить, мимо ли транспорта и шуровать. А если есть, тогда убедиться, готовы ли тебя пропустить, едет ли тебя, и только тогда шуровать, а не вслепую идти. Бережем себя, транспорт, ваших родных, близких, и все будет хорошо. Аминь. Ты больной. Попробую для вас записать 2.99, хоть и ветрено сегодня, пиздец. Но я попробую. Все для вас, ребятульки. Пизда, вы это видели? Hello, hello,